Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня снова все на проекте Родину Реплей Центральный Округ в низе с Кирюха Полканов. Не забывайте вводить по ним по регистрации. Также можете вводить по промокод. Вся информация есть в описании под видео. Итак, пацаны, как вы помните, я в прошлом видео купил вот эту замечательную машину. Она мне очень сильно понравилась, как бы. Тачка реально, пацаны, очень классная. И, как бы, она, я думаю, мало кому нужна. Поэтому я решил устроить слив данной машины. То есть, я ее буду сливать на рынке за 10 тысяч. И посмотрим, в принципе, кто ее условит, потому что здесь сейчас много людей, там тоже, пацаны, сливают машины, то есть много желающих словить. Поэтому сейчас мы, короче, поедем, посмотрим, кто же словит данный автомобиль. Возможно, я куплю еще какие-то машины, потому что, как бы, тачка мне это не нужна, потому что я уже на ней докатался. Я сделал из нее проект, сделал для нее видео, поэтому все из нее, как бы, выжило, что мне нужно было. Поэтому я ее хочу просто кому-то подарить, кто ее условит, тому, в принципе, повезет, и тот сможет ее продать и немножко заработать. Поэтому вот как-то так. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Так, короче, пацаны, вот получается я на рынке, и здесь... Ну, в принципе, нормально так людей, сейчас онлайн 200, то есть машинку можно реально слить кому-то. Вот здесь, короче, машинки ловят, поэтому можно попробовать тоже за 10 тысяч слить. Здесь, короче, много людей, как бы, поэтому будет интересно. Давайте я эту тачку за 10 тысяч солю, пацаны, надо кому-то. Давай слить на этой хуйне. Отличная машина для 228 дрифт. Ну, гослив, солёшь? Солёшь? Без пизды, я прав включил. Так я админ. Так, чё, пацаны, сейчас будем снимать машинку им за 10 тысяч рублей. Так, 10 тысяч. Сюда. А чё я не взял? Нормально, короче. За 10 тысяч забрал. Пацаны, за лям продам, тут развал, я этот тонер. Перекуп, мамкин перекуп. Давай, давай, за кто купил? За сколько ты выставил, за лям? Да. Нормально. За лям чисто тачку купили у него. Кирюха, давай еще слив какой-то. Ся, я машины ищу просто. Ну, да, на нашей рынке нельзя взаимодействовать с игроками вообще. Скажи обратно все. А машины можно собеться? Вот, например, а тебя еще слева идут, а то у меня крашнуло. Честно, я не знаю. Я не знаю за это. Ладно, спасибо. Короче, пацаны, сейчас будем искать тачку какую-то. Там бухан какая-то. Главное, чтобы у тебя были слота для... Вот этот? Бля, да его вроде уже не продают. На самом деле сливы делать это, блядь, прикольно, пацаны. Это реально прикольно. За сколько продашь, я тебе говорю? Пацаны, давайте Хонду ловите, буду сливать. Бля, может быть, хоть раз, блядь, через карс накинешь, чтоб я, блядь, поймал нормально. Я хуй когда поймаю. Пожалуйста, блядь, скиньте, я хочу немножко заработать. Это слив, да? Да, да. Нет, блядь, что ты ставит? Да вообще столько, Сейчас миллиард поставлю. Ай, сука! Пизда, даже метки не было, блядь. Так, кого еще можно купить? Я не знаю, где еще можно купить. Это какой рынок вообще, мне интересно? Средний или какой? Но здесь ничего нету такого, чтобы я еще купил. Не, ну пацаны, снимать тачки это всегда круто, то есть много желающих, знаете, там много людей, которые там что-то говорят. Это круто, реально, типа. Я на стриме, по-моему, такой делал, и видос тоже записывал, подобный. Я, короче, бухалку купил. Так, бухалку купил. Два ставлю, говорит. Пацаны, буханка надо кому-то. Пацаны, надо кому-то буханочка за 10 тысяч. А ну сейчас посмотрим, как ее сливать будет. Буханочку за 10 тысяч никто не желает приобрести. Просто бухан купил, ее продавали за сколько? За 80, за 80 купил. И сейчас хочу ее продать. Давай, кому буханка нужна, пацаны, за десяточку? Опа. Да заебал, сука, Конор, я тебя заебал. Эй, говорит, Конор, ты заебал уже. Такой вот аппарат продавать будет интересно? Ну, бля, XP-тем это дорого для меня сильно. Пацаны, 100 тысяч машин сливаю, 100 тысяч за машину. Опа, забрал. Сливаю 100 тысяч машин. Пацаны, сливаю вот эту малышку. Ой, Кирюха, 2 тысячи сниму. 2 тысячи, говорит, сниму. Ура, сюда. Нормально. Сука, из-за пинга ловит, бля. Из-за пинга ловит. Чё, пацаны, Камри покупаем для слива? А давайте, а почему бы и нет? А почему бы и нет, пацаны? Камри просто 3-5. Ёбаный рот, нахуй.
Камри 3.5, Камри 3.5. Люби достойно только мать и Камри 3.5. Камри 3.5, йоу, Камри 3.5. Чисто сейчас сольем ее, пацаны. Пацаны, Камри 3.5 сейчас буду сливать, ебать, легенду нахуй. Камри 3.5, серьезно? Ты можешь ее залям впарить кому-то. Я ее за 3 купил, какой лям, ебать. Год 10 тысяч слил. Ну, так я и так за 10 тысяч сливаю. Блядь, ебка. А ёпта, блядь, чё? Йоу. Ты опять сливал? Фред. Не. Нормально просто. Камри 3.5, пацаны, просто под раздачу попало. Ну больше ничего нету здесь для покупки. У меня, блядь, бабки закончились просто, ну. У меня донаты есть, в принципе. 54, да? Бля, я за эти бабки ничего, в принципе, не куплю. Хотя. А, 4 миллиона, блядь. Не, дороговато, нахуй. А, нет, это здесь должен быть. А, вот Кирюха. Кирюха, слей за 200. Купи мою за 200к и слей ее. Спасибо. Ебать, а пробега, нихуя себе. Сколько там пробегает даже? 4000. Да? Поехали в Магадан. Стой тут, давай тут, блядь. Еду в Магадан. Да, блядь, сейчас она словится здесь. Мне кажется, мой шанс поймать машину здесь равняется. Батя, людей пизда, конечно. Ну, блядь, я говорю, что я сюда. Бля, заебали вы, блядь. Анатолию, бля, не может словить уже. Ну, пацаны, сколько я машин слил? Ну, штук 7, наверное, уже. Ну, реально много тачек сегодня слил просто. Потратил почти все свои бабки, реально. Ой, слей машину 10 тысяч. Я предлагаю нам заканчивать видос, пацаны. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, просто подписывайтесь на канал. Ну, реально, видос получился прикольный, потому что много людей, много позитива. То есть, никто там никого не оскорблял. То есть, видос реально получился прикольный. Я уже подобное снимал, и вам вроде бы понравилось. И посмотрим, как залетит это видео. Если будет много приятных комментариев, лайков, там, подписочек, не забывайте, то я запишу еще третью часть, то есть это вторая часть, и я запишу третью часть подобного ролика. Поэтому ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.